Послание к Колосинам святого апостола Павла. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся»? Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурении тела, в некотором небрежении о а насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.